У реабилитационного центра для инвалидов именины. Центр, который подарил надежду людям с ограниченными возможностями 6 лет. Свой день рождения центр отметил целым рядом праздничных мероприятий. В их подготовке и проведении приняли самое активное участие все пациенты. Состоялись вкусные и веселые конкурсы, арбуз-фест, соревнования, кто быстрее скипятит самовар и так далее. Специально к именинам было приурочено открытие уголка отдыха с фонтаном. Честь прирезать ленту предоставили Айгерам и Даурену, которых в центре называют Кожебек и Тулеген. Здесь они нашли друг друга и связали свои судьбы. Мы в этом центре познакомились. Желаю, чтобы люди так же, как и мы, поправили здоровье, нашли друг друга, создали семьи. Ленту перерезали уголка отдыха с фонтаном. Нашему центру 6 лет. Поздравляем с днем рождения. Центр активно сотрудничает с неправительственными организациями, которые охотно идут навстречу. Жас Проект. Нами также подписан меморандум с победителем проекта Жас Проджект. Будет оказывать помощь логопеда. Целый ряд НПО подписали с нами меморандум и предоставляют пациентам центра помощь бесплатно. Это специалисты по цифровым технологиям, по ремонту инвалидных колясок и так далее. Наше главное достижение – около 100 наших пациентов начали ходить. Открывают свое дело. Очень активно молодежь.